Это неопознанный подводный объект, который наблюдался из теплохода «Комсомолец Карелии». Сейчас я посмотрю, значит, в 81 году. Интерес составляет то, что он вылетел из воды, и наблюдались как бы газоводяные эти струи. Ну, то есть очень редко непосредственно, чтобы это видно было фактически все фазы развития. Было собрано более 50 тысяч достоверных сообщений из войсковых частей.